Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби. Ну что ж, давайте пойдем дальше в пазлы. И у нас остается всего лишь два уровня. Все ваши мозги станут наши. Окей. Вау. Так, смотри, здесь у нас большой орех. Здесь мин целая куча. Ёпрсеты, и с чего начнем? Ну давай, наверное, вот с этого. Почему именно с малыша, ребят? Во-первых, он дешево стоит, и его не жалко потерять. Ух ты, тут звездочка, тут магнит. Вот эта вот полосочка очень-очень такая сытная, да? В плане того, что здесь у нас есть подсолнухи. А вот эта полоска, я считаю, самая опасная. И верхняя, кстати, тоже опасная, потому что здесь сплошные мины. И что же нам тогда прикажете делать? Если я возьму вот этого вот чудика, он заберется на орех и начнет потихоньку здесь лопать эти растения. Давай попробуем. Успеет он, нет, как ты думаешь? Ой, он еще и замороженный. Очень-очень медленно, конечно, все это дело у него происходит. Но успеть он не успел, к сожалению. А вот этот вот мужичок с ведром на голове, он вполне успеет. Потому что он действительно крепкий. И его так просто не пробьешь. Значит, теперь мы еще будем с тобой, наверное, вот здесь вот пытаться съесть все это дело. Но нам нужно для начала, конечно же, энергия. Без энергии мы ничего не сможем сделать. Очень медленно, конечно, он идет. Тут еще и звездочка подключилась, елки-палки. Ладно, зомби, я в тебя верю. Давай быстрее подсолнухи эти лопай. Вот, вот это по-нашему. Так, и следующее, знаешь, что у нас будет? Вот этот вот подсолнух нам тоже нужно с тобой слопать. Окей. Вот, очень хорошо. Так, зомби подходит к последнему подсолнуху и начинает его хрумкать. Давай-давай, родной, съедай его, пожалуйста, съедай. А вот, к сожалению, заморозку он, наверное, не сможет съесть, да? Скорее всего, да. Ну что ж, тогда мы будем с тобой делать? Здесь атаковать. А как нам это сделать? Мы можем с тобой убрать... Сколько стоит у нас прыгун? 125. 125 солнечной энергии. Так, здесь подсолнух, здесь и здесь. Ну, я даже не знаю, как нам быть-то. Эти будут пережевывать. Хорошо, смотри, что я придумал. Мы с тобой убираем вот этот вот баклажан или кабачок. Давай. Ну ладно, пускай будет так. Теперь отправляем нашего малютку. Его съедают, понятное дело. Пока, пока он пережевывает второй съезд. Хорошо, тогда мы сделаем вот так. Сразу нахрапом, как можно быстрее. Сейчас вот этот. Ой, тут еще и звездочка, как всегда, да? Но, в принципе, я тебе скажу, все у нас довольно-таки хорошо здесь получилось. Дальше нам нужно... Блин, как бы вот этот магнит отсюда убрать, а? Он на самом деле раздражает. Давай-ка мы его отсюда просто уберем. Верно? Верно. И будем, наверное, нападать сзади. Пойдем вот отсюда. Кстати, вот этих вот тоже можно именно сзади съесть. Поэтому... сюда мы тоже отправим с вами этого шахтера. Да что ж ты такой ватный-то, господи. Давай, жри. Да, что-то его быстро как-то подбили на самом деле. Но вот здесь вот ему хорошо. Ребят, здесь он сейчас все съест. А как бы нам вот тут вот сделать с тобой по-хитрому? Если я, например, возьму вот этого вот... А, давай вот спортсмена. Он быстрый, довольно сильный, и он должен тут справиться, да? Окей. Бежит дальше. Норм. Так, здесь выпускаем малыша, потому что здесь нужно три штуки, чтобы нам взорвать все эти минки. Все минки эти взорвем. Так, и главное, чтобы у меня хватило энергии. Так, последний идет. И надо будет еще одного вызывать. Короче, здесь мы съедим, да, вот эти мозги. Здесь уже съели. Шахтер у меня сейчас уничтожит этот пенек. Так, а что нам еще нужно сделать? Как-то вот сюда попасть. Ну, в принципе, здесь ничего сложного нету. Выбираем, опять же, спортсмена. И он довольно быстро и легко добегает.
А вот тут нам надо выслать, да, вот этого малыша. В принципе, я думаю, что он вполне справится. Ну, давай, 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 быстрее, 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 беги. Съедай эти мозги, и уровень будет у нас пройден. Спортсмен, да, он, в принципе, ребята, очень быстро, несмотря даже на то, что его постоянно замораживают. Слушай, по ходу дела, да, мы сейчас пройдем с вами этот этап. Есть, и съедаем последний мозг. Ну, давай, 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 быстрее. Ну, на что ж так долго ешь-то его? Вот, друзья мои. Все очень хорошо у нас получилось. Кубок мы с тобой заработали. И переходим на следующий новый уровень. Поехали. Последний. А, ну тут видишь, я зомби, это бесконечно. То есть нам придется постоянно здесь выполнять эти миссии, да, и они постоянно будут обновляться. Ну что же, давай попробуем вот отсюда, например. Давай, 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 давай. Ай, по башке получил. А если здесь? Ой-ой-ой, у нас магнит стырил шлем. Так, хорошо. Давай-давай, лопай-лопай-лопай. Ненадолго, конечно, этого малыша хватило. Слушай, а у нас с тобой энергии не хватит кого-то еще поставить здесь. Понимаешь? То есть, если я даже здесь похрумкаю, да, меня все равно здесь все расстреляют. Ну, давай попробуем хотя бы вот тут вот. Сколько успеем? Мало-мало, конечно, он успевает съесть. Так, спортсмена, я думаю, нам здесь невыгодно брать. Давай выпустим вот этого вот. С небольшой, так сказать, защитой. Так, а тут что можно у нас, например, похитить? Вот этот вот цветочек. Да, зомби, конечно, погибнет на этих шипах. Это... всем понятно, но мы можем, например, с тобой сделать, знаешь что? Взять шахтера и вот здесь отправить. Он начнет есть цветочек, потом вот этот вот. И, кстати, здесь то же самое можно было бы сделать. Но, видишь, тут близнец стоит. А он пока приходит в самочувствие свое, да? Его могут быстренько в этот момент расстрелять. Тогда, знаешь, что мы сделаем с тобой? Хм. Как бы нам поэффективнее-то, а? Если я выставлю его, наверное... Ну, давай попробуем. Рискуем. Ну... Ага, успел. Хорошо, успел он поставить зомбарей. Да, ненадолго, конечно, его хватило здесь на самом деле. А что греха таить? Жаль, очень жаль. И сколько же нужно вот этих вот танцоров-то, а? Ну, ты будешь есть-то там, танцует он, наяривает мне. Хм... Мешает вот этот, конечно, цветок на самом деле. Поэтому хочется, знаешь, сзади вызвать шахтера. Но это, мне кажется, полная ерунда получится. Полная ерунда. Если я вызову чувака с ведром на голове, быстро его, интересно, забомбят? Слушай, ну довольно быстро, потому что тут раз, два, три на этой линии стреляет. Плюс три стрел здесь у нас находится. Хм. А я, знаешь, что могу сделать? Нет, ребят, так не будем делать. Это ерунда получится. И шипы вот эти вот раздражают, серьезно тебе говорю. Может быть, вот так попробовать? Через танцора. Ну ты будешь плясать-то, елки-палки. Как же он все-таки это все делает долго, а? Давай-давай-давай-давай, съешь хотя бы... Нет. Ничегошеньки, он не успевает. Его, конечно, сейчас разбомбят. Все, друзья мои. Как вы видите, у меня закончились энергии. Соответственно, я этот уровень не пройду. Да и проходить его на самом деле, по-моему, и не нужно. Потому что он будет постоянно повторяться. Это мы с тобой где-то видели. Сейчас посмотрим. Так, выход. Это у нас где-то было. То ли в мини-играх, да, по-моему. Нет, не в мини-играх. Это было у нас, по-моему, в пазлах. Вот. Лучший страйк. Понимаешь, тут тоже бесконечно будет просто результат лучший твой. Так что... будем думать, что мы с вами пазлы полностью прошли. Видишь, 18 из 18 кубков мы получили. Все, делать нам больше здесь нечего. Ну что ж, теперь давай посмотрим, что у нас тут за мини-игры остались. Зомбаквариум. Это что такое? Новое, давай. Так, у нас с тобой плавают зомби. Нажми рядом зомби, чтобы пройти уровень.
В плане. А. То есть. А почему больше не кушают? Эй, зомби. Так, может быть, надо еще? Что-то они не хотят есть, кстати. А наша задача накопить 1000 солнц. Я так понимаю, да? Скорее всего, да. Так, ну что, пускай они тогда кушают эти мозги. Мы их подкармливаем. Это как рыбки у нас, типа того, да? А если мы с тобой накопим 1000 солнц, мы сможем с тобой просто-напросто купить вот этот кубок. Я понял теперь. Нажми, чтобы купить больше зомби-водолазов. Да я уже понял. Так, а вот этот вот, когда он желтеньким становится, это означает, что он голодный. Так что не упусти этот момент, чтобы у тебя не умер зомби, да? Звучит как-то. Не умер зомби. То есть он уже заведомо мертвый. Ты должен смотреть за тем, чтобы он не умер. Так, давай, кушайте, кушайте, родные мои. Не стесняйтесь. Так, может быть, им просто можно? Нет, ребята, им нужно обязательно дождаться тот момент, когда они проголодаются. Только тогда они будут все это дело употреблять. Хм. Видишь, не хотят они просто так есть. Уже у меня 200 солнечной энергии. Здесь 75. Слушай, хорошо пошло. Смотри, 320 уже. Так, тихо, там уже голодненький. То есть это такая лайтовая мини-игра, да, где тебе не нужно напрягаться особо сильно. И ты просто подкармливаешь этих зомби-водолазов. За что, в принципе, они тебе дают солнце. Зомби выдают нам солнечную энергию. Это что-то с чем-то. Так, ну что, будешь еще тут? А, у меня, я уже думал, закончились эти мозги. Нет, все нормально. Давай, 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 давай. Эй, кушай. Так, 685 уже. Так, этот голодный. Можно было бы, конечно, еще купить пару водолазов, но я думаю, что и этого достаточно. Уже 800 солнечной энергии набрали. Остается совсем-совсем. Да куда ты лопаешь-то? Давай. Просто вон тот не был желтеньким, да? А слопал мозги как раз для того, кто был голодный. Я думал, сейчас еще он отдуплится и все. Ну что, давайте, давайте, докушивайте. Так, совсем маленько осталось. Последнее, да? И покупаем с вами трофей. Хм. Да, действительно, какая-то легкая миссия была. Так, мы открыли с вами новую мини-игру. Это портальная битва, но у нас еще здесь есть двойная пугалка. Это как понимать, двойная пугалка? У нас тут зомби. На старт, внимание, сажай. Так, нажимайте на растения, чтобы крутить их и выстроить в ряд. Так, подожди, я... Не понял я. А как мне? Я что-то не могу понять, как мне их... Что-то, друзья мои, они не переворачиваются почему-то. Ага, вот так вот. А, все, я понял. Ребята, поворачиваться только там, где это может быть. Все, я врубился теперь. А я думаю, что они не поворачиваются? Только не могу понять, в каком направлении. Ага, значит, в этом. Так, хорошо. Я уже просто наугад делаю, ребят, потому что, ну, на самом деле, непонятно немножко. Вот, здесь хорошо у нас получилось. Так, собрали. Можно мне... Вот здесь вот нельзя, не могу поменять. Хм. Окей. Просто здесь наугад вот так вот кликаешь. И все, ребят. Ходов больше нет. В каком понятии ходов больше нет? Чё-то я не понял, ни шиша. Ходов больше нет. А, ходов нету, то, ребята, если у тебя... Как сказать? Все растения стоят, да? Как бы на местах. Но ты не можешь больше ничего тут соединить. Вот в каком понятии. Ходов больше нет. Эй-эй-эй-эй-эй. Так, подожди, подожди. Вот здесь, отлично. Так, магнитики собрали. Вот тут тоже соединили. Дай-ка мне энергии. А сколько мне нужно... А, 75 совпадений нужно сделать. Слушай, ну это...
Это немало на самом деле. 75 целых. Да хорош там хавать, а. Смотри, что делает. Блин, да где же совпадение-то? Злюка какой-то. Посмотри, что делает. Жрет растения, а. Я ничего не могу найти, друзья. Просто ничего не могу для себя здесь найти. Так. Вот. Давай сюда. Дальше что у нас получается? А дальше у нас ничего не получается, потому что, ну, элементарно не можем, да, сделать. Окей. 25 и 75 совпадений у нас с тобой вышло. Да хорош там злиться. Так, здесь не выходит ни шишарики, да? То есть тупо сейчас наугад все это делаю. Хм. Так, а здесь отлично. Так, вот тут, вот тут же, по идее. А, ну, получается, этот меняется сюда, этот сюда, да? Местами. Ладушки. Будем это знать. Так, подожди, подожди, ну что-нибудь. Вот эти, кстати, почему-то очень долго, ребята, не восстанавливаются, опять же. Смотри. Окей. Так, могу здесь поменять. Нормуль. Приближается огромная волна. Так, подожди, 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 подожди. Просто мне удобнее именно наугад делать, ребят, потому что если я буду высматривать здесь какие-то комбинации, мне кажется, на это дольше и больше времени уходит, чем вот так вот наугадик. Ходов больше нет. Так, обновилось. Обновилось у нас. Сколько там еще? 48 совпадений. Отлично. Ща. Так, магнит сработал. Так, я что-то не вижу пока ничего. Где у нас тут? Что можно? Ага, вот оно. Окей. Все пока хорошо. Орех я не могу поменять. Здесь мы с тобой сделали доброе дело. Блин, вот эти вот воронки, конечно. Я их могу как-то? А, 200... Солнечной энергии платишь, и эти воронки исчезают. Вот оно что, ребят. Тогда нам выгодно, конечно же, их, как говорится, с землей сравнивать. Так, что ж ты будешь делать-то, а? Где еще комбинация? Ведь должна же быть. По идее, вот этот тут маленький не хочет меняться. Во. Во, пошло, пошло, пошло дело. Здесь ничего не хочет у нас меняться, к сожалению. Пошло. Отлично. Так, 57 из 75. Сейчас, 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 секунду. Так, здесь, походу, ничегошники. Вот, тут мы с тобой нашли лазейку. Здесь. Вот тут. Так, магниты. Соединяем. Тихо, 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 не надо там прожорливым быть слишком, чересчур. Так, звезд... А, нет. То есть они поворачиваются только в одну сторону. Я не могу их в обратную, да, крутануть. Ну, что происходит здесь, а? Подбили. Так, давай-ка мы с тобой здесь все сделаем. Так, смотри внимательно. Это я тебе говорю. Смотри внимательно. Если что, подсказывай мне. Так. Вот, сейчас очень хорошо пошло. Здесь, кстати, вообще плохенько все, ребят, потому что... Блин, кубок получил. Мы прошли с вами, друзья мои, мы прошли, я забираю его. Ну, такой, знаешь, себе пазл. Отгадывать, куда, что. В общем, я по большому счету здесь больше наугад творил. Ну что, большие проблемы, маленькие зомби. Это что у нас за задание такое? Хе-хе-хе. Слушай, действительно, маленькие зомби, но проблемы, видимо, будут большие. Так, готовимся. Вишенки, да? Вишенки-бомбы. Так, верхострел. Поехали. Еще один. Давай-ка вот здесь взорвем, наверное. Так, нам дают кувшинку. Ставим ее сюда. Подрыв.
Еще одна. Сейчас опять будут меня затравливать этими кувшинками. Нет, смотри-ка, верхострела дали. Слушай, их действительно здесь очень много почему-то. Давай-ка вот так вот сделаем орешек, сюда поставим. И поставим еще один горохострел. Но обольщаться рано, ребят, потому что они будут сейчас по воде еще бродить. Об этом не стоит забывать. Он уже идет один, видишь. Так, это что-то как-то ускорился, я не могу понять. С какого-то вдруг перепуга. Почувствовал себе что-ли сил, я не знаю. Блин, а вот еще самое фиговое, что у меня на воде никого нету. Понимаешь? Надо срочно выставлять. Где кувшинка? Мне нужна... Ой! Смотри, там кто бежит. Там был спортсмен. Вот она, кувшиночка. Блин, кувшинка слишком... Слишком далеко. Ай-яй-яй, я боюсь, здесь, ребят, можем проиграть. Дайте мне кувшинку, я сюда хотя бы поставлю. Нет, ничего подобного. Не хотят мне давать. Дают только орехи. Не странно. Слушай, ну мы справляемся. По-моему, эти зомби... Немножко слабее, чем обычные. Да? Что это за звук такой? Я же думал, Гаргантюа там идет. Нет, все нормально. Опять спортсмен бежит. Так, а вот это вот совсем плохо. Водолазик тут появился у нас, да? А ну-ка давай взорвем. Вот так. Вот куда ты, вот куда ты разогнался? Шикарненько. Так, тут водолазы. Они нам мешают. Шикарный дос. Так, здесь взорвали. Слушай, ну, по-моему, мы справимся. Хотя у нас еще впереди очень много волн. Была только первая. Сейчас будет вторая на подходе, да? А там уже и третья, последняя. Очень много плавающих зомби выходит. Смотри, водолазы, все дела. В принципе, я могу с ними справляться вот так вот. Так, тут что-то вообще какая-то кутерьма. Вот куда ты бежишь, а? Вот скажи мне, куда ты вот бежишь там? Здесь тоже взорвем. Орех поставим. И подрыв. Нормуль. Так, сейчас будет вторая волна, кстати. Посмотри, сколько их здесь ползет, а? Совсем припупели, да? Ну-ка. Слушай, ну я думаю, что у нас все будет хорошо. Горохострелы здесь очень даже неплохо справляются. Вот это, конечно, бы я бы поменял, наверное, орех. Вот так вот сделаем. Что за затишье такое? Сейчас побегут, поверь мне. Нахрапом побегут. Водолазы. И все, кому не лень. Давай мы с тобой вот так вот сделаем. Окей, здесь тоже. Ну, конечно, вишневая бомба — это что-то с чем-то. Очень классно, на самом деле. Урон колоссальный. Так, горохострел. Давай сюда поставим вишневую бомбу. Нормально. Так, тут у нас что? Проблемки небольшие. Да, небольшие были проблемочки, но вроде бы справились. Так, давай сюда поставим еще один горохострел. То есть у нас в три ряда идет, да? Я думаю, этого более чем достаточно. Ого! Что-то там слишком как-то много зомбарей идет. Окей, справляемся пока потихоньку. Давай, наверное, вот здесь вот. Все, у нас три ряда с вами из горохострелов. Поехали по четвертому ряду. Ну, если они дают нам их постоянно, я что, виноват в этом? Главное, чтобы они здесь орехи мне не съели. Они очень быстро их поедают. Прожорливые эти зомби. И сейчас будет последняя волна. Я чувствую, будет она очень жесткой. Сейчас, сейчас побегут, поверь. Последняя волна. Нас предупредили. И побежали, и побежали. На! Так, давай сюда бомбу. Сюда я поставлю орехи. И все, друзья мои. Ну, оказалось, конечно же, проще. Я думал, будет намного сложнее. Ну что же, мы открыли следующую мини-игру. Это удача на бобслей. А мы с тобой идем на портальную битву. Портальная битва.
И что нам здесь нужно сделать? Ага. Так. Я, кажется, понял, что это или нет. Ребята, он, по-моему, будет сюда заходить, а здесь выходить. Так это будет выглядеть? По-моему, так. А почему... А, горохострел не стреляет. Понятно, почему. Окей. Я жду. Так, здесь орех поставим. Блин, он не видит, ребята. Хотя, знаешь что, он сюда вот зайдет. Да, вот этот зомби, он зайдет сюда, отсюда выйдет. Вот как это будет работать, скорее всего. А, даже вот так. Ё-моё, я немножко не так сделал. Ну, ладно, бывает, да? Так, давай мы с тобой, наверное, отсюда вот выкопаем, да? Выкопаем. Сюда орех поставим. Так, если я буду, например, стрелять вот здесь, то, по идее, залетая горошина вот сюда, будут вылетать отсюда. Верно я говорю? Давай проверим. Давай проверим. Ну да, я прав был. А мы еще их вот так вот сделаем огненными. Окей. Подорвем. Солидно. Так, давай-ка мы сюда еще с тобой как-то... Ой-ой-ой-ой-ой. Этого парня надо уничтожать сразу. Нечего ему тут делать. Опа-на, и портал поменялся. И портал поменялся, да? Значит так. Я прекрасно вас понял. Так, подожди. Мозги. Никаких мозгов. Обойдешься. Как, поставим сюда с тобой? Ну, огненные снаряды, смотри, как быстро, да, пробивают зомбарей. Это прикольно. Это прикольно, на самом деле. Так, давай-ка мы сейчас с тобой... А вот сюда поставим. А зомби, я так понимаю, не могут, да? Вот здесь вот появиться и сразу зайти в портал. И это хорошо. Так, сейчас пойдет первая волна. Наверное, даже не то, что она пойдет, она побежит, сломя голову. Так что нам нужно подготовиться. Портал перемещается куда? Угу, понял. Вишенки пока мы с тобой трогать не будем, пускай они копятся у нас. Бегут, смотри. Бежит родной с флагом, но здесь он ватный, да? Мы его быстро разбираем. Давай так, вишенку. Опа! Солидно. Так, погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Блин, а этот может подбить? Ух, повезло. Кстати, это плохо, что у нас здесь еще и чувачки на шариках есть. Это очень плохо. Так. Надо будет тогда вишенки, мне кажется, немножко поберечь. Смотри, смотри, как они сейчас быстренько разберут. Слушай, вообще моментально практически, да? Разносим мы за этих зомбарей. А раньше они были для нас очень сильные. А теперь вообще без проблем. Так что круто все. Так, портал переместился. Давай вот так вот сделаем. Оу, тихо! Как это так? А, ну да. То есть... Подожди-ка. Сейчас... Сейчас будут проблемы, друзья мои. Ну, твою же налево. Вот это он переместился, я тебе скажу. Этот портал. Просто. Ах, вон даже как он отсюда выходит. Сюда заходит. Зашибись. Просто зашибись. Так, хорошо, я буду держаться все-таки до последнего. Этот ест у нас орех. Я его взорву. И готовимся к следующей волне. Приближается большая волна зомби. Так что не расслабляемся. Держим себя в тонусе. Так, ну тут вот надо взрывать однозначно. Подожди-ка. Что-то у нас с вами уже что? Одной газонокосилки нету, оказывается. Блин, ты посмотри, что происходит. Сейчас, сейчас эти чувачки залетят. Фух, успели.
Ой, слава богу, успели мы с вами. Заработали мы кубок, то есть мы прошли с вами эту мини-игру. И у нас следующее это... Выстрой их называется. Хм. Ёлки ты палки. Так, очень много дали, конечно, горшков. Я даже не знаю, давай сюда, наверное... А, вот как. Фу. Слушай, ну это мне нравится, когда вот так вот делаешь. Естественно, магниты. Почему-то они спят. Где? А, вот. Вот у нас орешек. Магниты заработали. Минки наши активировались. Так, горшки пока мы трогать не будем с тобой. Кабачки поставим сюда. Ну, сейчас будет такая баталия, я чувствую, да, ребят? Ха! Жесткая, серьезно тебе говорю. Смотри. Бум. Да, конечно, вот этот вот первый ряд очень жесткий. Но, тем не менее, мы можем вот так с собой еще сделать. Как только горшков, они вот этот вот первый ряд уничтожат, нам придется с вами выставлять еще. Пока пытаемся... Дайте мне, пожалуйста, горох... не горохи, а арбузов. Я бы с удовольствием бы их здесь поставил бы. Слушай, а мы знаешь, как можно, наверное, с собой... Нет, пока уже не будем, наверное, это делать. Хотя, наверное, вот так вот можно было бы делать, да? Ну! Дыч! Понял мою стратегию? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Но эти сейчас пойдут, кабачки их накроют всех медным тазом. Прыгаем, кабачки! Слава богу, хорошо у вас получилось. Так, ну теперь знаешь, что плохо? Что здесь есть лестницы. Да-да-да, именно лестницы, по которым будут забираться вот эти вот... Шарманщики идут. Ёп, просто, погоди. Они слишком круто здесь. Дайте мне хоть что-нибудь-то, а? Что-то уже давно ничего не давали. Тут горшки дают и все. Я на это не подписывался. Воу-воу-воу-воу. Там посмотри, что происходит. Просто погром. Давай вот сюда вот мы поставим живунов. Ёлки ты палки. И это была только первая волна. А их еще две будет. Ядрить тебя на корень. Так, выставили, да? Дайте растения, почему ничего не дают? Дают одни горшки, мне от них толку вообще ноль, вот если честно. В данный момент. Без растений. Так, хорошо, дали мне защиту. Оу, там эти пошли, гаргантюа. Ядрить тебя на корень, а? Да, я не спорю, они медленные, но и они сейчас будут все тут сносить. Ой, я парсетешечки. Друзья, я не знаю, как он тут. Они не дают мне ничего, кроме горшков, поэтому я... Я не знаю, как тут можно вообще что-то делать. Так, эти упали. А этот просто да. Что там у нас? Я не вижу. Так, погоди секунду. Если я так сделаю, и вот так вот. Ёпр. Ничего себе. Бумкнуло-то, не кисло, согласись. Очень не кисло. Горшки начинают опять лопать, а? Прожорливые брюшки. Дайте мне еще халапеньо. Нет, они дают мне арбузы. Ладно, пускай будут арбузы у нас здесь. Арбузы тоже очень хорошо. Они бомбят массово причем, так что нормально. Так, идут шарманщики. Так, подожди. Если я сделаю вот так и вот так. Дави, дави. Отлично. Блин, они подходят, ребят. Сейчас будет бум. Оу, целый ряд. А что мне вот целый ряд? Вот они дают мне, да? Игрушки. А мне от них толку никакого, потому что я туда даже посадить ничего не могу, к сожалению. Здесь нет у нас этих. Вот. Вот. Ребят. Фу. Да. И прикинь, да, пока у меня есть время, ничего не вылазит здесь. Нет, вылезло. Вот так мы с тобой сделаем. Окей. Да иди ты в пень, еще эти тут понавыбрасывали мне говнюков. Хлопенька. Хлопеньку, чтобы делать, нам нужно что с тобой сделать? Естественно, посадить целый ряд. Ну дайте, ё-моё, ну. Вот, ребята, делаем. Найс. Ух.
Прошел, что ли, или нет? Ты... Оу, ес. Вот этот уровень, да, действительно был для меня напряженным. Но и в то же время очень прикольным. Ух, так, размаж зомби, а у нас с вами удача на бобслее. Слушай, удача на бобслее — это что-то связано с зимой. Да? Я понял. Ё-моёшечки. Так, здесь мы уже сами будем выбирать. Хорошо, я возьму, наверное, здесь, естественно, подсолнух. Без него я никуда. Но дальше нам, наверное, взять надо арбуза пульту. Хм. Так, ему по барабану, он будет, по-моему, давить. А, шипы. Нам нужны с тобой шипы, потому что эти машинки будут взрываться от шипов. Возьмем с тобой кабачок. Хм. Возьмем, наверное, тыкву. И кто там он будет, чтобы знать наверняка. Вода будет, да? Значит, нам нужно с тобой взять еще, конечно же, кувшинку. Хм. Так, и... И что же еще? Заморозку, наверное, мы с тобой возьмем, да? И зернопульту. Так, смотрим еще раз внимательно, все ли у нас нормуль. Все хорошо, поехали. Пытаемся, друзья мои, противостоять бобслею. Ой, сразу же вот так вот. То есть по этим заморозным, так сказать, следам будут эти бобслейсы гнать на обалденной скорости. Я не знаю, будет ли на них действовать эффект шипов, но на машины, на те, которые, как тебе сказать, которые чистят лед, на них -то точно будет, это я знаю. Пока тихо, очень странно. Меня это напрягает уже, если честно. Хм. Никого нету. Удача на бобслее. Надеюсь, она меня, ребят, не поведет. Не подведет эта удача. Давай, 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 родной цветочек. Идут, вот, друзья мои. Пошли первые чувачки. По-моему, у нас кабачок может сразу уничтожить, да? Насколько я помню. Также, вот шипы я не могу здесь ставить, к сожалению. К сожалению, я их ставить не могу. Так, давай, наверное, еще рядок с тобой сделаем. Он должен разбить. Да, он разбивает, и это круто. Ядрить на корень. Смотри, что едет, друзья мои. Йоу, просто. Поможет, интересно, или нет, как думаешь? Что? А что случилось-то? Что-то случилось, но... Да, вы будете гибнуть или нет? Или вам по барабану? Угу. Вот смотри, вот тебе и результат. Мы даже с тобой с первой волной не справились. А это даже и не волна, это так, разминка. Так, еще одна машина едет. Зачем ты, кабачок, среагировал? Ёпрасоте. Тут шипы, и так бы без тебя бы неплохо справились бы. Слушай, а может быть, на воде не надо было так особо акцентироваться, а? Мозги, вот тебе и мозги. Одной газонокосилки у нас с тобой уже нету, так что нужно быть предельно аккуратным. И, кстати, я думаю, может быть, нам лучше поставить здесь где-нибудь арбузы. Так, опять. Друзья, опять эти бобслейсы бегут. Вот они, разгоняются. Тут, как ты понимаешь, уже заканчивается, да? Ёпрасоте. Почему так мало энергии-то даете, а? Ну почему? Надо было мне все-таки брать, друзья мои. Ну, оп. Надо было взять все-таки халапеньо. Я вот сейчас только сижу и думаю, а здесь, наверное, у меня не получится, да? Они разбомбят мне просто-напросто здесь все. Или надо было брать супер растения. Ну, посмотри, сколько их здесь. Просто орды. Угу. Офигеть. Ну я, видишь, я же не знал, что здесь вот так вот все будет. Короче, друзья, здесь мы с тобой, по ходу дела, проигрываем. Потому что они вот здесь вот, скорее всего, пройдут. Ну. Бумс. Кабачок еще, конечно, не всех особо так давит, как я рассчитывал, как и хотел. Ну. Так. И это только была первая волна, ты представляешь? Это была только лишь первая волна.
Да. Делай выводы. Я не успеваю, ребят, мне нужен кабачок. Но он так долго копится. Прям, блин, ну слов нету. Выставляем. У нас другого выбора нету. Так, здесь у нас Тина всех топит. Пока здесь у нас вообще никого нету. Да, арбузов я, по ходу дела, вообще здесь не доживу, судя по всему, да? Ну да, скорее всего, не доживу я здесь до арбузов. Так, здесь, по крайней мере, хотя бы шипы есть. Что, у нас едет машина. Ее нужно, естественно, либо шипами, либо кабачком уничтожать. Ну, я могу поставить здесь шипы. А здесь что? Здесь зомби пройдут, наверное, да? Ну? А чё ты стоишь-то, кабачок? Ты извини меня, конечно, но это сверхбредовость. Он просто стоял и ничего не делал. Да, вот этот вот кабачок стоял и ничего абсолютно не делал. Обалдеть. Так, здесь-то у нас тоже ничего нету. А машинка-то это... А, шипы, шипы есть. Окей, короче, смотри, уничтожаем. Ставим здесь первый наш арбуз. Наконец-то созрели мы до арбуза. Здесь я поставлю кабачок. Окей, здесь я поставлю еще подсолнух. Так как на воде не очень много зомби идут, да? Поэтому можно здесь себе спокойно это позволить. Так, этот сейчас прыгнет, бомбанет. Так, поставим сюда защиту с тобой. Еще одну тину. Так, что там за звуки? Угу, я понял. Шипы нам нужны с тобой, да? Потому что вот такая вот ерунда. Кстати, сейчас пойдет волна. Очередная. Очередная побежит у нас волна. Так, давай, наверное, сюда еще кукурузу с тобой поставим. Вот этот ряд можно сделать либо шипами зарядить. Вот. Смотри, в чем проблема. Вот они сейчас бегут, да? Даже если я поставлю сюда вот этот вот кабачок, он уничтожит, но не всех. И вот это меня раздражает, если честно. Почему ты не уничтожаешь их всех? Это бред, если честно. Ну вот тут вот, смотри. Все, фейл. Да, скорее всего, ребят, фейл здесь. Чистой воды. Чистой воды фейл. Хотя, подожди, может быть... Может быть, как-нибудь. Кабачок, давай, дави. Норм, норм, тут ничего не могу сказать. Заморозка, конечно, было бы неплохо. Смотри, что они сейчас будут здесь делать. Арбузы, это все, конечно, хорошо. Арбузы, это все замечательно. Но я не вижу урона колоссального, понимаешь, который я хочу, который я ожидаю от них. Так. Шипы, ребят, шипы обязательно здесь нужно выставлять. И у меня еще бесит, что ограничена вот эта вот территория. Из-за того, что здесь вот этот вот лед паршивый. Я не могу ничего здесь себе сделать. Понимаешь? Это вот раздражает, серьезно тебе говорю. Очень сильно раздражает. А они все прут и прут, прут и прут, прут и прут. И до бесконечности просто-напросто. Окей, хотя бы так. Так, этот уже начинает хрумкать. Здесь-то мы с тобой сможем хотя бы, ну, отбиться, продержаться маленечко. Слушай, ну вроде бы нормуль. Давай на шипы. Так, подбили, да, мы эту тачку? Отлично, шоколадно. Так, теперь мне нужна заморозка. Я, наверное, даже не знаю. Так, ну в принципе вот здесь вот все очень даже неплохо. Так, шипы мы с тобой ставим здесь. Здесь ставим шипы. Ну и надо что-то еще влепить. Потому что один, как говорится, заморозник. Здесь эффект от него как бы не очень много от одного. Нужно, естественно, прикрывать. Так же, как вот здесь вот подсолнух, да, все это хорошо. Но лучше какого-нибудь боевика ставить. Я, кажется, понял, в чем вообще, ребят, здесь прикол. Основная вся фишка заключается в том, что мы должны все это ставить на воде. Ты понимаешь, к чему я? То есть на воде должны у нас быть основные подсолнухи.
а не здесь, где они у нас стоят. Почему, ты спросишь? Потому что, сам посмотри, по воде никто практически не идет. Поэтому подсолнухи лучше ставить на воде, а всех остальных, да, ставить вот здесь вот, на траве. И я думаю, что я, наверное, так сейчас и сделаю. Это будет самый оптимальный для нас вариант. Если мы, конечно, успеем с тобой прожить. Я надеюсь на это, что все у нас с тобой успеется, все у нас получится. Так, что нам здесь с тобой выставить? Наверное, шипы будем ставить. Вот сюда вот, да, на всякий случай. Так, здесь справляемся, пока арбуз довольно неплохо себе проявляет. Вот здесь бы тоже не помешал бы арбузик, на самом деле, да? Вот так вот я, кстати, сейчас и буду делать. Я все подсолнухи вот отсюда уберу. И вот здесь вот рассажу их. Потому что, ну, на самом деле, по воде никто не идет. Так, тихо, шипы. Тут тоже нужны шипы. Блин, где шипы мои? Эй, мне нужны шипы. Ну ладно, сделаем кабачок. Так, шикарненько. Здесь у нас едет. Делаем сюда кувшинку. Сажаем еще один подсолнух. А вот эти вот мы просто с тобой уберем. Элементарно, да? Где у нас там арбуз? Созрел? Созрел. Все. Теперь будем еще и арбузами бомбить. В придачу ко всему. А здесь, естественно, выставлять подсолнухи. В принципе, друзья, неплохая довольно-таки идея, затея. Она должна у нас очень хорошо здесь сработать. Так, дай-ка. У нас что-то по энергии все окей. Выставляем с тобой шипы. Выставляем с тобой шипы и... Да куда ж ты кабачок-то влепил? Ой, Рейчик, ну ё-моё, ну... Как ты так мог лопухнуться-то сейчас, а? С кабачком, вот объясни мне, пожалуйста. Господи, ну ладно, надеюсь, что вот эти вот справятся. Тут срочно выставляем шипы. Кувшинку. Не знаю, тина, если понадобится. Так, ну... Двоих-то, вы что, не можете победить, что ли? Там, по-моему, один последний остался, да? Давай быстренько его разберем. Опять они едут, а? Как они меня утомили. Как же они меня утомили. Но, да, это до сих пор еще не последняя волна, ты представляешь? Это далеко еще не последняя волна. Выставляем шипы сюда. Мне бы, конечно, хотелось бы еще один арбуз все-таки поставить сюда, потому что вот здесь вот какая-то самая напряженная обстановка происходит. Именно вот на этой линии. А вот как раз и арбузик мой созрел. Ох, сколько солнечной энергии я набрал. Выставляем сюда. Все, теперь я, ребята, уже как бы более-менее спокойный. Единственное, что вот этот вот подсолнух мне не нравится. И вот, а эти пускай здесь стоят. Так, поставим сюда, наверное, кукурузу с тобой. Во-во-во-во, разогнались. Идут. Кстати, мы бобслей довольно-таки быстро у них уничтожаем. Так, подожди, здесь шипов нет, да? То есть они только в него сажаются, да, и мы сразу его в хлам разбираем. Ой, тихо. Только сейчас увидел. Только сейчас увидел, что здесь у нас. Блин. Что делать? Вот так придется. Так, там шипы. Там шипов нет уже. Надо вот сюда что-то поставить. Смотри. Гоняет. Погнали. Но тут у нас арбуз, поэтому я не переживаю. Здесь минус. Отлично. Давай с тобой еще парочку подсолнухов влепим. Слушай, ну я тебе скажу, что очень хорошо у нас проходит сейчас. Я более-менее спокоен. Так, смотри, опять. Летят. Вот этот подсолнух здесь не нужен, еще раз говорю тебе. Он здесь не нужен, это лишнее. Здесь нужен, ну, арбуз, я так думаю. Да, арбуз будет здесь самое то. Так вот, как раз мы его с собой поставим здесь. И все. Ой, тихо. Ребята, у нас проблема. Мне нужны шипы или кабачок. Вот так вот. Так, сюда мы выставим с тобой шипы. Здесь, кстати, тоже не помешали бы они. Ё-моё, да вы чё? Со всех сторон прут, ты посмотри. С
со всех сторон они идут. Так, давай вот сюда тоже с тобой поставим шипики. Ох, сколько энергии солнечной. Прекрасно просто. Слушай, ну этот уровень долгий. Я ничего не могу сказать. Долгий очень. Но и в то же время прикольный. В то же время очень прикольный. Так, мы можем с тобой вот сюда вот поставить тину. Я думаю, она лишней здесь не будет. Так, здесь смотри-ка, вылезли. Знаешь, в чем проблема? Что здесь нам не хватает именно арбуза. Вот арбуз бы здесь вообще хорошо зашел бы. Поэтому давай мы с тобой, наверное, так и сделаем. Уберем, поставим сюда лучше арбуз. Ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри, сколько их здесь. Ты посмотри, сколько их здесь появилось. Эй! А ну-ка. Вот так. Окей, найс. Зашибись у нас получилось. Так, шипы. Ха-ха, мы взорвали даже так. Он даже не успевает просто подъехать к нам, как мы его разбираем моментально. Так, вот здесь вот, конечно, надо было бы поменять. Но не на что. Так, шипы. Опять эти бобслейсы бегут. Вот тут вообще классно. Тут у нас два арбуза. Они очень хорошо тут разбирают этого вражину. Сейчас, кстати, побежит последняя волна. И очень лютая, походу, дело, да? Ну, скорее всего, да, будет очень лютая. Так, шипы. Все у нас пока здесь на месте. Все целенькое. Я думаю, надо будет немножечко всякую защиту здесь понаставлять и тины влепить. Так. Последняя волна. Ага. Последняя волна. Смотри, что происходит, а? Зомби там ползет. А ну-ка, быстренько, быстренько, быстренько. Тина очень долго у нас восстанавливается, поэтому на нее пока рассчитывать даже не стоит. Что я могу здесь влепить? Только вот так вот, если да. А, вот, тина созрела. Сюда шипы ставим. Слушай, вот эти вот хамоны бесят меня. Это последний, да? Оставшийся в живых. Поэтому я, наверное, сейчас, знаешь, что сделаю? Да ничего я тут не могу сделать. Единственное, что мне вот это вот поможет. Кабачок. Бульк. И все, да, слушай, этот уровень прикольный, сложный был, напряженный, но я справился, как ты видишь. Так, открыл новую мини-игру. Ну, а у нас с тобой зомби легкий, зомби быстрый. Что здесь за проблема опять? Угу, тут у нас и прыгуны, да, тут у нас и амфибия будет, так что давай, наверное, определяться. На этот раз я возьму острый перец, пускай он будет у нас. Также мы возьмем с тобой арбуз. Возьмем высокий орех, тыкву возьму. Так, нужна будет у нас, конечно же, кувшинка, потому что здесь амфибия будет. Возьмем водоросль. Хм. Подсолнух, как же без него-то. Наверное, возьмем кабачок. И последний, что нам взять с тобой последний? Да, морозный горох. Ну что, поехали. На старт, внимание, сажай. Давай начнем потихонечку, наверное, да? Тут у нас, не забывай, будут бегуны. Поэтому надо подготовиться хорошенько. Будем отбиваться с тобой кем? Кабачками? Хе-хе-хе. Ну да, получается, пока кабачками. Другого у нас пока ничего с тобой нету. А что такая скорость-то большая? А, наверное, из-за этого, да, ребята? Побеги. И скорость из-за этого большая. Ускоренная какая-то игра у нас получается. Ладушки. То есть все вот в таком вот быстром темпе. Ну что же, хорошо. Сыграем по вашим правилам. Так, мне нужен морозный. Морозный горох. Вот он появился. Давай расстреливай. Я надеюсь, ты успеешь. У тебя получится. Так, вот здесь вот, наверное, нам придется вот так сделать. Да? И поставить пару тин. Оу! У нас тут бегун появился, друзья. Мы его сможем раздавить, как думаешь, или нет? Сможем. Не получилось у него, да? Нас, как говорится, обмануть. Эй-эй-эй-эй-эй! Вот так вот. А то уже разогнался там, смотрю.
сломя голову. Слушай, нам нужно на каждую линию, в принципе, с тобой выставлять именно морозный горох. Потому что они, сами видишь, да, идут. Нам нужно замораживать их, чтобы они не смогли дальше продвинуться. А вот этого вот еще надо будет, наверное, кабачком прибить. Ё-моё. Или сделать вот так. Да, так будет даже лучше. Так будет даже лучше. Ну что? Что там написали? Бежит суперволна, да? Огромная волна зомби бежит. Ё-моёшечки-то. Так, хорошо. Здесь мы с тобой сделаем вот таким вот образом. На дно, правильно, на дно их всех. Здесь защиту поставим. А здесь, в принципе, можно было бы тоже поставить те же самые орехи. Да иди ты в лес. Достал уже маленько. Так, здесь тоже мы поставим защиту. Слушай, довольно неплохо нам идет солнечная энергия, мне это нравится. Выставляем с тобой по второму ряду наши защиты. Ты куда поплыл-то, а? Касатик, касатик, скажи-ка мне, куда ты разогнался? А этот захотел перепрыгнуть, ага. Конечно, любишь раскатил. Так, дальше мы сюда поставим с тобой защиту. И надо еще нам здесь выставить. Единственное, что, конечно, меня немножко смущает, что здесь у нас никто ничего не атакует. То есть вот на воде у нас с тобой ничего нету. О, амфибийки пошли. Эй, 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 эй. Тихо, 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 не надо. Не надо поясничать мне. Блин, дайте мне энергию, дайте мне энергию, чтобы я мог здесь поставить уже, ну, хоть что-нибудь, вот. Подожди, а что такое, кувшинку? Окей, потом вот так вот делаем. Ну что, сможем мы тут разобраться? Да ну хорош. Серьезно, что ли? Куда он бежит-то? Ну-ка. Окей, предположим. Что-то как-то то ли игра ускорится, то ли мне кажется, друзья. Я не могу понять. Что за бред? Иди ко дну. Так, подсолнухи у меня все вроде бы, да, на месте? Все. Давай вот так вот соберем. Так, морозники у меня. Хватает маленечко. Так, что я хотел? Я хотел здесь поставить вот так. Хотел поставить вот таким вот образом. И вот так вот сделаю. Блин, зачем я его поставил? Я же специально здесь тыкву высаживал. Для кого? От дури. Ладно, ребята, ничего. Бывает, бывает, как говорится. В жизни огорчение. Но мы попробуем с вами здесь справиться. Смотри, как они все это делают, да? Быстро, лихо, со вкусом. Ну, я думаю, что мы тут тоже все-таки дадим им прикурить. Вот куда ты идешь? Вот куда ты идешь, зомби, а? Вот скажи мне. Я только успеваю здесь все это, знаешь, как просматривать. Только успеваю здесь все это просматривать. Там ореха нету, господи. Там ореха не было. Ну-ка, давай его. Кабачок. Молодец, красавчик. Нечего ему тут делать. Сколько там? Блин, еще будет много волн, кстати, впереди. Вот опять ореха уже нету. Они очень быстро их съедают. Мы как бы, ну, не справляемся с вами. Вот что я хочу сказать. Это плохо, это печалька. Ну, давай, 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 морозный. Два рядка морозных, я думаю, это будет самое оптимал, да, для нас. Наверное. Эть, хотел перепрыгнуть уже. Не тут-то было. Касатики, давим всех. Так, что нам нужно? Тут все это быстро, а? Как тут все это быстро меняется? Так, сюда я выставляю орех. Здесь мы зомби подбили. Я поставлю, наверное, сюда дополнительную защиту. Так, дальше. Дальше что нам надо? Так, вот сюда выставим еще одного морозника. Так, смотрим. Ребят, главное контролировать процесс. Где быстрее всего съедают, там надо сразу же менять. Ну, ты понимаешь, да? Почему я и о чем? Вот, видишь, как только... Здесь надо вообще их топить. Ядрень и фени.
да? Так, тут их много, поэтому, естественно, поджариваем. Так, бомби. Раздавили. Так, здесь мы... Давай сделаем с тобой второй ряд из орехов. Ой-ой-ой-ой-ой, пробили. Друзья мои, видите, они пробили здесь брешь. Они идут, они нападают на меня. Я как смогу, попробую защититься. Там уже второй ряд орехов съели, прикинь. Очень-очень шустро, очень все быстро они это делают. И это еще, друзья мои, не последняя волна, кстати, хочу сказать. Ну-ка, вот так вот. Ух! Да чтоб тебя, а! Как ты заколебал. Так. Сюда я поставлю орех. Что ж делать-то? Так, ну-ка, разови их всех. Эти водоплавающие, ну, серьезно. Ну, сколько можно-то уже? Дайте мне энергии солнечной. Так, они там лопают, они съедают потихоньку наши орехи. Да тихо, 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 тихо. Чего вы так разогнались-то? Эй, роднули. Роднули, успокойтесь, пожалуйста. Сейчас волна еще побежит, представляешь? Опа-на. А тут-то... Всех сразу же нахрапом. Так, давай, мне орех срочно нужен. Последняя волна. Утешили мы. О-хо-хо-хо-хо. Смотри, что происходит, друзья. Происходит очень-очень плохо. Знаешь почему? Ну. Ну давай, давай. Есть. Так. Мне нужно здесь, ребята. Знаешь почему на воде в первую очередь опасно? Потому что газонокосилка по воде не катит. Понимаешь, да? Она по воде не катит. Она сразу в воду бульк, и все, и конец. Фух, я справился. Ух, до чего напряженный был моментик. Серьезно, говорю, уровень такой, конечно, шикарный. Ну что, ребятушки, наверное, на сегодня мы будем заканчивать, да? С растением против зомби, и обязательно увидимся уже в следующей серии и продолжим играть. Ну а с вами был Рэй, всем удачи и до скорого.